В Московском музее мотора «Октября» стартовала благотворительная акция «Авто-арт-пати», инициаторами которой выступили фонд «Росконгресс», гараж ретро-автомобилей «Wellgoods Garage» и, собственно, сам автомузей. В рамках первого мероприятия из трех художники Андрей и Михаил Рудневы расписали в разных техниках три запорожца. Они выразительные, они разные по своему характеру, то есть в этом есть определенный смысл. Потому что космос – это красота, это просто стильно. Орнамент – это хорошее напоминание людям о великолепной традиции нашей страны. И абстрактное искусство – это оно вообще впереди планеты всей. Роспись автомобилей, проходившая на глазах посетителей музея, заняла у художников несколько часов. Самое сложное, по их словам, – подготовить машины. Так, например, зеленый запорожец, ставший в итоге космическим, прежде перекрашивали в черный цвет, а белый, на который нанесли орнамент гжель, освежали грунтовкой. Самое сложное всегда подготовить поверхность, и в это входит заклеить скотчем все детали, которые не нужны. Это такая работа, которую необходимо выполнить, и все остальное для художника просто, потому что это любимое дело, и уже... Рука знает свое дело, поэтому все остальное просто. В дальнейшем необычные автомобили уйдут с молотка на площадке аукционного дома «Литфонд». Все вырученные средства перечислят Санкт-Петербургский детский хоспис, фонд спасения тяжелобольных детей «Линия жизни», а также в благотворительный фонд «Друзья» на развитие Московской школы профессиональной филантропии. Три расписанных автомобиля отправились в Санкт-Петербург на автоблогер-шоу, в ходе которого будут раскрашены еще несколько ретро-машин. Заключительное же мероприятие первой благотворительной акции подобного формата, то есть аукцион, состоится 28 ноября. Вообще искусство всегда приходит на помощь человеку в самые трудные времена. И вот сегодня именно с помощью такой творческой, креативной акции мы хотим, во-первых, еще раз привлечь внимание людей к социальной благотворительности и, конечно же, сделать доброе дело. И очень надеемся, что наши машины красивые кому-то помогут.